Ну вот указатель еще, видите, на Бренера. Бренера — это Италия. Разворачиваемся. Ну вот такие подвозят такие вот штучки, видите, как под. И вперед попадать будем сейчас. Видите, по центру, где сцепка вагонов. Чтоб не зацепиться баками, ничего такого. Короче, вот так и едем. Ну все, закрепили. Вот, я фотографии там сделал. Значит, машина на ручник, сзади прицеп тоже на ручник. Потом опустили на подушках, как и здесь вот тоже. И вот такие вот откатные эти вот каблуки, или как правильно там. Ну и идем вагон-ресторан. Я с собой это взял, водички, там печеньки. Такое. Часа полтора будем ехать. Ну, посмотрим. Я, наверное, вот самый последний, наверное, иду еще. Вот. Ладно, идем далее. Вот который первый. Вот так по-быстрому заехал. Хотя, ну, вы знаете, колесо и бампер как-то вот сделано здесь под таким уклончиком, что вы даже бампер и не тронете. О. Ну и наш пассажирский СВ. Так, друзья, я в каюте номер 6, номер ZEX. Ну, как оказалось, я сам. Ну, обыкновенный сидячий. Раз, два, три человека. Вот так вот. В принципе, ничего такого нету. Будем любоваться. Правда, стекла, сказать, чуть-чуть разноватые, но ничего. Сейчас пройдемся, посмотрим, что там лево-право, что там как. Ага, здесь даже двухъярусные есть, койка, туалет. О, видите как, с той стороны. Ну, управление. Кстати, там есть четвером даже в одном купешечке, я же сам. Там двое, трое, там потом пусто. Ну, не знаю, как-то распределили. Короче, я сам. Ну и ждем отправления. Ну, друзья, чуть-чуть так от окошка снимаю, потому что формат такой как-то, не знаю, ну да, стекло грязное, конечно. Есть взгляд с автомобиля, а есть взгляд вот. Кстати, вот здесь мы заправляемся, вон там дальше. О, как раз то место, вот Спар. И здесь я в этот магазинчик ходил внутри. А вот на этом паркинге я как-то ночевал. Вот здесь, вот где красная фура стоит тоже. Короче, помаленьку рулим. Рулим на Италию.
водичка, поток такой бурлит. Классно. Строительная компания. Так, а здесь площадка вот машин подержанных продают. Ну, интересно. Интересно смотреть, конечно, местами. Вот что и получается, зачем пасы, ну вернее пасы, это ремни, которые закрыл, потому что едем задом наперед, чтоб не сорвало ничего, ну, все правильно. Да, виды красивые, но я не знаю, как из-за стекла вот этого вот грязного, как будет, вам видно или нет. Друзья, только что парковка была, ну вот окошко приоткрыли, и здесь зима. Каток, хоккей, пожалуйста. Да, тут еще минус. Все выше и выше. Притесняется, получается, солнца, мне кажется, маловато, а там вот воздух, конечно, классный. Альпы, мы как Суворовы теперь. Красиво будет смотреться. Ну, деревья мешают, конечно. Вот так мы едем. Минусовая температура, хотя поливает чем-то, наверное. Замерзло озеро. Ну, почти приехали, как поговаривают. Все, друзья, дружным коллективом идем по своим автомобилям.
Кстати, здесь я вот это перебегал где-то, я пешочком вот там и шел. Это когда была Черная пятница. Кстати, видео буквально только вот пару-тройку дней назад вышло. О, рэп на заморозке стоит. Вот так вот. Ну, практически, грубо говоря, где-то вот здесь уже Австрия, Италия, или я как-то не понимаю, где-то у них граница. Ну, в принципе, вот так вот. Ладно, едем дальше. Ну все, друзья, помаленечку едем, посматривая вот сюда вниз, как идет колесо. Ну, скажу, не ошибетесь. Видите, все-таки сделан такой проем. Если резина цепляет, то бампер не достает. То есть нормально. Главное для меня, чтобы баки на месте были. Все-таки это те выступы, которые вот сейчас между степками. Ну, видно, кто-то цеплялся. Видно. Как-то. Ладно, пока выезжаем. 140 километров. Вот такие вот, друзья, у нас путешествия. Съехали с ЖД и просто объезжаем сейчас. Но красота, конечно, классная. Да, высота 1330 метров. Это граница Австрия-Италия. Сейчас на паркинг заедем. И надо пообедать, потому как, ну, я не без обеда. Ну и дальше продолжим путь. Вот так вот.